Еще раз доброе утро. Так, кто спрашивал, желтеют бутоны на гибискусах? У меня тоже желтеют. Пишу, как поливай, не заполивайся. Вот. Во-первых, если много бутонов, тоже лишки сбрасывают. Тяжело, они не тянут их. Потом гусенички очень любят бутончики. Вот. Ой, красавчик расцвел. Не все еще расцвели. 38. Некоторые семена завязывают хорошо, некоторые нехорошо. Колбаска скоро расцветет. Вот. Жара, конечно, несусветная. Вот. Тут распускались бородовые номер 11. Это вот в прошлом году получили сеянцы. Такие вот лапушары. Очень крупные цветы. А камера не передает, все равно размер цветка. Сейчас прошла, собрала гусениц. Там номер 11. Там такой стекольного цвета, бордовый. Вот этот мне нравится цвет. Форма цветка интересная. Это номер 10. Фу, это вот 17. Не знаю, что-то засвечивает. Цвет не передается так. Оставляла в прошлом году много с темной серединкой. Вот он тоже очень крупный цветок. Этот цветок не крупный, но цвет такой приятный. Вон гусеница тычинку объедала. У этого тоже, вот смотрю, бутончики. Не сказала бы, что крупные бутоны. Вот цветок. Вот такой. Пушок крупный. Тоже крупный. Вот он тоже. Такой бархатный. Тоже очень крупный цветок. Нежнота. Вот такой нежный-нежный. С персиковым каким-то отливом. Интересный очень. Начинают цвести мои паучки. Я их называю. Темнолистные. Лебедюха жалко так. Эти двое крутятся тут. Линда там возле гошки. Это вот красный. Это вот номер 33. Один из них. Вот цветочек. А этот получается на одном кусту. Этот вот такой, этот вот такой, более больше розового. И вот он на одном кустике. Это вот супер гиганты. Получились у меня две расцветки. Вот. Один вот такой красный. Очень крупный цветок и такой сжатый, он гофрированный.
Вот, а второй получается таким с вишневым оттенком. Это полосатик. Это тоже темная середина. О, все, туда дальше не пойду. Это 49-й. Цветочки крупные. Но если вам видно, черепаха, он зависла, в воде сидит. Частенько хватает этих цыплят за лапы, пищит. Ладно. Далековато. Ждет чего-то. Тут тоже цветут. Это вот 49-й. Невысокий. Яркий цветок. Вот, у которого бутон был черный такой, я снимала. Вот темный бутон, такой темно-бордовый. Это вот пестролистный, чернолистный, карликовый такой. Это тоже карликовый, получается 48-й. Я все его 46-м называла. Вот такое темное дно и такой красивенный цвет лист у него, вообще прям как сжатый, гофрированный, интересный. 15-й с ресничками. Вот это чернолистный, вот он, я не знаю сколько высота у него, сантиметра наверное 60-70, больше не хочет. Вот маленький. Тоже невысокий. Вот он, чернолистный. И вот такой цветочек у него. Цветы у этих разные. Он семян завязывать не хочет. Семян нету. Коробочки пока не сыпет. Это вот молодежь уже, которая вся на бутоне. Скоро у нас тут будет сплошной сюрприз. Вот этот красавец с пепельным отливом. Вчерашний цветок. Ага. Такой вот. Солнце жарит, они подгорают. Прям пепельные вот эти вот закручиваются, которые валанчики. Края. Красиво, шикарно смотрится. Этот вот тоже, не могу даже сказать, какого цвета, не придают, по-моему. И вон там внутри пепельный, снаружи это тоже карлик. Вся высота его мне по бедру. Это вот номер 14. Красавец. Такой. Это семян, прошлогодний новичок, цвет. Не бордовый, красный. Нам опять кошку подбросили. Ой, сдолбали. А это вот, который я говорила, гигант. Тот красный был. А этот такой вот, даже не знаю, цвет фуксии, не фуксии, но очень крупный цветок. Больше 30 сантиметров. И такой весь фактурный он. Жатенький. Осы. Помощнички мои уже гусеницу где-то надыбала, на тычинку объела. Вытаскивают их и едят. Это вот тоже из семян. Перед этим показывала красный. А это тут прям с таким сливовым оттенком. Вот они, карлики. Темнолистные. Цветочек крупный. Где-то сантиметров 25. Эти колбаски так и висят. Это идет брак. Цвет такого лосося. Он вот такие вот. Не распускается. Он подгорел. Вот такое.
Это очень красивый цвет, крупный цветок, но он такой кучерявый. Он с обратной стороны вот белый, с этой стороны это самое. Цвет, не знаю, как назвать, алый, не алый, такой цветочек крупный. Чисто белая тычинка. И вот он, кучерявка такой. Вот. Это тут где-то застрял, вот он не раскрылся. Обратная сторона беленькая. Так, чернолистные. Это вот с темным листиком тоже распускается цвет. Очень яркий-яркий, такой красивый, красивый. Так, это поле чудес наше. И вот они, эти солдатики мои, которые я сеяла вот 20 июня, которые я вам показывала. Сразу в грунт, это я на крышке сеяла. Подписывала. И смотрю, я вчера заходила, этот. Вон они уже бутончики. То есть они даже в этом году процветут. Вот. Вот разница без пересадки. Смотрите, 20 июня. Вот с пересадкой 11 июня. Сейчас вот они только пошли в рост. Ну вот разница. И вот эти вот сеяла я. Эти я сеяла в мае в кассеты. С кассет пересаживала сюда. Да, они уже вон с такими бутонами тут есть. Но нужна температура, кассеты, черная ножка. Все это было здесь без проблем. Не замачиваешь ничего. Посеяла. Единственное, что я не давала, что пересыхала земля. Вот он, 49-й, 5-й сеяла. Вот они, красавцы. Так что как-то так. А это вот пересадка, которую 11-го сеяла, я вам показывала. Номер 3. Маленькие такие высаживала вообще. Было, наверное, 2 или 3 настоящих листика. Номер 3. Вот такие уже. Все, вот этот тоже интересный. Он с этой стороны красный. А с обратной стороны вон такой серебристый лепесток. Что-то там собаки. Ой. Завелись. Ну все, экскурсию прошли. Всем доброго денечка. Посылки, кто кому... гибискусы, наборы отправлять, буду отправлять. Я в субботу отправила, у нас жара стояла очень сильная, в тени было плюс 46, и я все переживала. Я в субботу отправила, а с воскресенья началась жара, думаю, как они дойдут, и я не отправляла, потому что хотела. Написали, как дошли, ну, девочки сбросили фото, отзывы, спасибо им большое. Вот, дошли. Будлея, шикарный цвет. Очень красивая. Пестролистная. Вот. Так что заказы, эти наборы буду отправлять. Зацветает карликовая лукерстемия тоже. Вот. Это красная. А это такая вот, не знаю, розовая. Красотка. Что? Вот так, очень много гусеницы пошло на бругмансии. Я вчера брызгала, но получилось. Вот она объедает. Помыла попы. Поехали вчера тоже. Брала другой инсектицид. Сегодня вечером буду пробовать. Взяла симпа, и все хвалят. И вон они сидят. Все, всем доброго дня. А, еще этот. Вот по бругмансиям. Тут там был такой, писала мне женщина, что я отправляла бругмансии, вот они у меня сидят, не растут. Попробуйте их перед... Ну, растут вот те, которые вот остались, самые такие вот слабенькие оставляла. Я еще их там прозевала, на них клещ напал. Вот, брызгала, вроде отошли. Вот они пошли в рост. Эти вот
Вообще пасынками укореняла. Вон она поделенная, уже с бутончиками. Единственное, у меня в ящиках на дне пленка лежит. Я развожу удобрения, и они у меня что-то вроде гидропоники. Вот они уже бутоны. Вот, надо пройти листья почистить. Вот они бутоны. Так что, не знаю, девочки, что вам сказать, почему не растут. Попробуйте пересадить, поменять землю. Вот, и обильный полив, обильный. Они, земля должна у них быть постоянно влажная. То, что мне говорят, а, вон погниют, ничего не погниют. Вот они мокрые, стаканы в воде, корни. И вот она макушка вся уже зеленая, там вон, видно бутончики. Вот. Бругмансия воды не боится. Тем более у меня черенки было такое, что год стояли в ведре с водой и нормально с бутонами были, цвели. Не бойтесь этого.